Новый челлендж в КДТ. Стой, ты давно хотел купить дешевые робоксы, но не знаешь где? Тогда Robux Shop для тебя, ведь я не хочу выгодный курс 1000 робоксов, ты можешь купить всего лишь за 700 рублей. А также быстрая поддержка, с помощью которой ты можешь решить свою проблему в любой момент. Robux Shop ценит своих покупателей, именно поэтому дает гарантию качества. А также у вас есть возможность получить бесплатные робоксы в их ВК-сообществе. 1000 покупателей в том числе, я остаюсь довольна после покупки робоксов на этом сайте, так что советую тебе не упустить такой шанс, ну а мы переходим к ролику. Ну и всем привет, дорогие друзья, в сегодняшнем ролике я вам покажу, как пройти новый, получается, челлендж в КДТ на Porsche 817. И со мной сегодня Даня, поздоровайся. Всем привет, ребят. Да, получается, не будем много тянуть и начнем с того, что нам нужно проехать 120 миль. Вы это все увидите в ускоренной съемке, потому что это займет много времени. Тем временем я наконец-таки выполнил этот квест, и, к сожалению, из-за своей тупости я приехал плюс еще 10 миль, потому что не посмотрел на счетчик мили. Классно! В общем, следующий наш квест — это проехать, получается, 24 параллельных ледяных гонки, и потом еще 9 лонг-гонок, и потом мы наконец-таки получим этот наш Porsche. В общем, спустя долгих мучений мы наконец-таки выполнили этот ивент и получили этот Porsche 817. И вот так он выглядит. В общем-то, что я могу сказать насчет этой машины? Она достаточно красивая. Ничего удивительного, обычный салончик, ну вы сейчас видели по нарезочке с фрикамерой. И вот такие вот у нее получаются характеристики. Это сейчас стоковая, и если мы поставим Race Upgrade, то у нас уже будет максимальная скорость 355 км в час. Достаточно неплохо, и стоит она 260 тысяч. В общем, на этом ролик подошел к концу, надеюсь, я вам помог, хоть я не знаю чем, потому что, в принципе, вы это все могли посмотреть и пройти без меня, но, тем не менее, все-таки... Это вся наша с вами обнова, даже нам кодика не завезли, не было никакого трейлера, так что, в принципе, на этом все. Ролик подошел к концу, всем спасибо за просмотр и пока-пока. Даня, попрощайся. Всем пока-пока.